Система исполнения наказаний во всем мире ставит перед обществом серьезные проблемы. Отправляя в места заключения молодых людей, осужденных за не столь опасные преступления, обратно общество зачастую получает законченных профессиональных преступников. Почти легально существующая в тюрьмах и колониях система подавления личности не оставляет заключенному выбора. Либо давишь ты, либо давят тебя. Многолетнее пребывание в замкнутом мужском коллективе и невозможность реализовать многие естественные стремления деформируют психику человека. Одним из последствий этого является существование в тюрьмах насильственного гомосексуализма. В результате у многих заключенных происходят настолько глубокие изменения в психике, что, выходя на волю, они уже не могут вернуться к нормальной жизни. В свободном обществе эти люди продолжают жить по законам, принесенным из-за колючей проволоки. И тогда для общества это нередко оборачивается трагедией. Июля 1997 года в одно из отделений милиции Южного округа Москвы поступило заявление о пропаже 15-летнего Алексея Тихомирова. По словам родителей, Леша исчезал и раньше, но на второй-третий день обязательно возвращался. Теперь он отсутствовал уже больше недели. Но самое главное, что товарищи, с которыми он пропадал до этого, ничего не знали о его местонахождении. Поиски Алексея не принесли никаких результатов. Через месяц в отделение милиции соседнего района поступило заявление об исчезновении 15-летнего Павла Воробьева. Его поиски также ни к чему не привели. Предположение о взаимосвязи этих исчезновений в ходе расследования ничем не подтвердилось. Подростки даже не были знакомы друг с другом. Напрашивалась версия о том, что в районе действует маньяк-убийца, охотящийся на подростков. Началось усиленное патрулирование. Параллельно оперативники проверили сводки сообщений обо всех исчезнувших за последние месяцы жителях этих районов. Но подростков среди них больше не было. Чем дольше велись поиски, тем меньше оставалось шансов найти ребят живыми. В московские морги разослали запросы, но тела с указанными приметами туда не поступали. Поиски продолжались. В начале сентября недалеко от Варшавского рынка был обнаружен труп женщины. Трудно было предположить, что ее смерть была связана с действиями маньяка. И эта находка имеет самое непосредственное отношение к исчезновениям подростков. Когда оперативников покинула последняя надежда найти ребят живыми или мертвыми, новое сообщение поступило в отделение милиции района Москворечья Сабурова. 25 сентября 1997 года пропал 15-летний Максим Пономаренко. Теперь было совершенно ясно, что три 15-летних подростка за такой короткий срок вряд ли могли исчезнуть случайно. К розыску подключаются все оперативники округа. И уже на следующий день в Борисовском пруду обнаруживают труп неизвестного юноши. Криминалисты сразу же установили, что смерть наступила два дня назад от многочисленных колото-резанных ран, полученных до того, как тело оказалось в воде. К вечеру выяснили личность погибшего. Это был Максим Пономаренко. Отработка ближайших связей погибшего позволила восстановить события его последнего дня. 25 сентября Максим собирался встретиться с каким-то человеком, обещавшим продать ему марихуану. С этой целью он выехал на квартиру своего знакомого Дениса Калистратова на улицу Борисовские пруды, дом 23, квартира 61. По указанному адресу сразу же была направлена опергруппа. Но дома никого не оказалось. За квартирой установили наружное наблюдение. Уже на следующий день, 28 сентября, у дверей квартиры Калистратова появились два парня лет 15-16. Позвонив и убедившись, что дома никого нет, они собирались уйти, но это им не удалось.
Задержанными оказались Валерий Васильев и Артем Малинин, знакомые Калистратова. Они сказали, что разыскивают Дениса и уже вторую неделю никак не могут застать его дома. Опросив по цепочке всех знакомых Калистратова, которых удалось найти, оперативники выяснили, что он действительно уже две недели живет у своего нового приятеля, где его и задержали на следующий день. Калистратов заявил, что к убийству Пономаренко он не имеет никакого отношения, потому что уже несколько дней не появлялся в собственной квартире из-за напряженных отношений с проживавшим у него неким Кузьминым. Одному из оперативников фамилия Кузьмин показалась знакомой. Сверив показания Калистратова с данными картотеки, выяснили, что это действительно тот самый Кузьмин, которого уже приходилось задерживать 4 года назад после побега из колонии. За те несколько дней, что он был тогда на свободе, Кузьмин успел совершить развратные действия с двумя подростками, за что получил 4 года. Самое невероятное, одним из тех подростков был Денис Калистратов. Значит, отбыв наказание, Кузьмин вновь появился в Москве. Действовать надо было незамедлительно. Первым делом решили провести обыск на квартире, где жили Кузьмин с Калистратовым. И сразу же в ванной были обнаружены пятна крови. Экспертиза показала, что кровь принадлежит к той же группе, что и у погибшего Пономаренко. Но Калистратов по-прежнему утверждал, что он не был в этот день дома. Это было похоже на правду, поскольку тщательная дактилоскопическая экспертиза установила, что последние отпечатки пальцев Калистратова были оставлены в квартире не меньше 15 дней назад. А кровь в ванной 4-дневной давности. Калистратов сообщил, что второй ключ от квартиры есть только у Кузьмина. Но вероятность того, что он вскоре может сюда вернуться, была невелика. Кузьмина нужно было искать в другом месте. Выяснили, что у него в Москве живет двоюродная сестра. Отправились к ней. И к немалому удивлению обнаружили там спокойно пьющего чай Кузьмина. Уже на первом допросе он признался в убийстве Пономаренко. Следствие возглавил начальник следственной части прокуратуры Южного административного округа Евгений Лунев. Криминальная биография Кузьмина оказалась на редкость богатой. Он родился в Москве в 65-м году, жил вдвоем с больной матерью. Уже в 10-летнем возрасте попался на краже. В 12 лет имел несколько приводов за бродяжничество. А когда жил дома, вместо ухода за слепой матерью, крал у нее деньги, морил голодом, а за любые попытки устыдить его избивал. В итоге, в 13-летнем возрасте он был отправлен в Каширскую спецшколу, где содержались подростки из неблагополучных семей и малолетние преступники. В спецшколе Кузьмин провел 3 года. Там не было охраны, не было решеток и колючей проволоки. Но все-таки это была неволя. И Кузьмин затаил злобу. К тому же он подвергался всем тем унижениям, какие только возможны в таком коллективе. Возвращаясь из спецшколы в июне 82 года, Кузьмин уже знал, что жить по законам общества на 3 года лишившего его свободы он не будет. Для начала Кузьмин совершает несколько квартирных краж. Он выбирает квартиры на первом или втором этажах, где можно залезть в форточку. Но очень скоро он попался на сбыте краденого. В сентябре 82 года Кузьмин был задержан и за совершение 4 квартирных краж был приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием воспитательно-трудовой колонии усиленного режима. Ни для кого не секрет, что в местах заключения существует жестокий неписанный закон. За определенные нарушения тюремной этики заключенного опускают. То есть насильственным путем превращают в пассивного гомосексуалиста. Чаще всего это касается стукачей, крысятников, то есть приворовывающих у своих и прочих, способных на разные подлости. Не избежал этой участи и Кузьмин. Но он не хотел мириться со своим положением. Даже находясь в самом низу тюремной иерархии, он выбирал еще более беззащитных и поступал с ними так же, как поступали с ним. Но попытки такого рода не могли поднять его авторитет. Тогда в ход пошли методы, от которых содрогнулись самые матерые солагерники Кузьмина. Однажды он без особой причины плеснул в лицо другому заключенному заранее приготовленной соляной кислотой. В результате тот зэк ослеп. Кузьмину добавили еще 5 лет. В 92-м году Кузьмина перевели в колонию поселения в Архангельской области.
Как когда-то в каширской спецшколе, там не было ни колючей проволоки, ни часовых на вышках, поэтому бежать было не страшно. И весной 93-го года Кузьмин совершил побег, хотя до полного освобождения ему оставалось чуть больше года. Кроме как в Москву, ему бежать было некуда. Ведь Кузьмин родился и вырос в этом городе и покидал его только в принудительном порядке. Его мать давно умерла, а квартира отошла государству. Кузьмин остановился у знакомых в общежитии. Но, оказавшись на воле, Кузьмин уже не мог жить без привитых тюрьмой пороков. С другой стороны, не желал сдерживать в себе накопившуюся за долгие годы агрессию. Тем более, что на воле для этого было намного больше возможностей. В середине апреля 93 года возле Царицынского интерната Кузьмин встретил подростка лет 13. Ему повезло. Он нашел именно то, что искал, такого же одинокого и зависимого человека, каким был сам. Дело оставалось за малым. Пообещав угостить мальчика пивом, Кузьмин ведет его на ближайшую стройку, где предлагает ему заняться оральным сексом. Оторопевший подросток отказывается. Тогда Кузьмин достает нож и, приставив его к горлу мальчика, добивается своего. Так состоялась первая встреча Владимира Кузьмина с Денисом Калистратовым. Калистратов смирился со своей участью и почти два месяца проживал вместе с Кузьминым. В конце мая Кузьмин привел еще одного мальчика, с которым при помощи угроз совершал развратные действия. Но этому мальчику удалось убежать. Он обратился в милицию, и вскоре Кузьмин был задержан. За совращение малолетних и побег суд приговорил его к 4 годам лишения свободы. На этот раз в колонии строгого режима. А Калистратов вернулся в интернат. Проведя в неволе в общей сложности 18 лет, Кузьмин в июне 97 года возвратился в Москву. Теперь как никогда он хотел взять реванш в своих отношениях с обществом, опустившим его на самое дно. Сделать это можно было, лишь заполнив это самое общество такими же, как он. И тогда среди себе подобных он уже не будет последним. Единственным человеком, с которым Кузьмина что-то связывало, был Калистратов. По старому адресу на Шипиловской улице Калистратовы больше не жили. Но от соседей Кузьмину удалось узнать новый адрес и то, что Денис живет теперь один. Его пьющая мать умерла, а оба старших брата находятся в заключении. Но оказалось, Калистратов обитал в своей квартире не один. С ним жила девушка. Они даже строили планы на будущее. Кузьмин сразу же потребовал от Дениса, чтобы тот расстался с девушкой, пригрозив рассказать ей о подробностях их взаимоотношений. Калистратову пришлось спровоцировать ссору, и девушка ушла. Кузьмин стал жить у Калистратова, и все пошло по-прежнему. Но вскоре Денис сказал, что ему не нравится их физическая близость. Тогда Кузьмин предложил сделку. Они прекращают отношения такого рода, но взамен он требует от Калистратова стать его беспрекословным помощником во всем остальном. И тот, не в силах противостоять воле Кузьмина, соглашается делать все, что скажет учитель. Воровать, грабить, если понадобится, и убивать. А также выполнять всю работу по дому. То есть Кузьмин попытался создать модель той самой тюремной иерархии. Если в колонии ему пришлось стоять на самой нижней ступени, то теперь он будет на самом верху. Чтобы при нем все клонялись, короче, как Бог учился. Все для него делали. Ну как, все делать, как он скажет, так и будет. Лишившись в лице Калистратова любовника, Кузьмин нашел его на стороне. Его тоже приглашал вот того Олега, давал деньги и имел его. Но Олег для Кузьмина был уже отработанный материал. Нужно было расширять границы своих владений. 2 июля, прогуливаясь в районе Царицына, Кузьмин знакомится с парнем лет 15, назвавшимся Лешей. Леша признается, что ему не хватает денег, чтобы проводить время, как большинство его сверстников. Кузьмин обещает ему помочь и предлагает поехать с ним. Они приехали на улицу Борисовские пруды. Калистратова дома не было.
Кузьмин угощает Лешу водкой и уговаривает вступить с ним в половую близость. Леша не соглашается. Тогда Кузьмин заводит его в ванную и наносит два удара ножом в живот. Падая, Леша спрашивает: «За что?» Вместо ответа Кузьмин отволакивает истекающего кровью подростка в комнату, укладывает на кровать и насилует. Вскоре возвращается Калистратов. Кузьмин предлагает ему присоединиться, тот отказывается. Тогда Кузьмин заставляет Калистратова добить Лешу. По отношению к вам, что он говорил и ваши действия? Он говорил, надо его до конца закончить. Но Калистратов против. Кузьмин говорит, что парень все равно не жилец, и смерть только облегчит его мучения. Для храбрости выпили. У нас в холодильнике была всегда водка, литр стоял. И Калистратов уступает. Кузьмин выводит Лешу в коридор, Калистратов набрасывает ему на шею электропровод и душит. То есть вы накинули, и дальше что? Как он упал, и я стал затягивать. Завернув в одеяло, труп ночью выносят в брошенный сад на берегу Москвы-реки. После чего Кузьмин заставляет Калистратова спрятать нож. Тот забивает его в землю за домом, где позднее он и был обнаружен следственной группой. На следующий день Кузьмин посылает Калистратова за бензином. Они сжигают труп подростка, и Кузьмин говорит, что теперь они повязаны кровью, и Калистратов у него в руках. Отныне Калистратов безропотно участвовал во всех делах Кузьмина. Лазил в форточки, чтобы открыть учителю дверь в квартиры, выбранные для кражи, выносил и помогал сбывать краденое. Но между набегами на квартиры Кузьмин не забывал и о главном. 30 августа они с Калистратовым на Братеевском мосту встречают худенького паренька в поношенной одежде, одиноко стоящего у перил. Познакомившись, Кузьмин, как всегда, предлагает помочь с деньгами. Отвозит Пашу, так звали мальчика, на квартиру и поит водкой. После этого они с Калистратовым заводят Пашу в ванную и привязывают к водопроводной трубе. Калистратов выходит. И опять Кузьмин предлагает Калистратову изнасиловать подростка. Ученик вновь отказывается. Тогда следует приказ убить. На этот раз Калистратов припирается недолго. Кузьмина попросил взять, снять со штанов ремень. Он пошел в комнату, снял ремень. Я спокойно накинул ему на шею и стал затягивать. Потом как белый, ну все же. Труп, завернутый в покрывало, выносят к Москве-реке и бросают в воду. Как позже установило следствие, убитым был пропавший в конце августа Павел Воробьев. Убедившись в способности добиваться власти над подростками, Кузьмин захотел испытать себя со взрослыми. Однажды вечером на Пролетарском проспекте, недалеко от магазина «Нептун», он замечает пьяного мужчину лет 35. Кузьмин подходит к нему и предлагает вступить в близость. Тот отвечает грубым отказом. Кузьмин был готов к этому. В руке он держал металлический уголок, которым ударил мужчину по голове, после чего насиловал уже холодеющий труп. Кузьмин неоднократно ловил себя на мысли, сможет ли он подчинить себе женскую волю. В отношениях с подростками это достигалось через сексуальное подавление. А как это получится у него с женщиной? Тем более, что Калистратов не раз предлагал ему познакомиться с какой-нибудь девушкой. Кузьмин только посмеивался в ответ. В начале сентября на Варшавском рынке Кузьмин встречает женщину, несущую в руке две чекушки водки. Он догоняет ее и предлагает выпить водку вместе с ним. Женщина соглашается. Они заходят в заросли недалеко от рынка. Кузьмин пытается совершить с женщиной половой акт. Она не против, но у него ничего не получается. Как всегда, поблизости находится кусок металлической трубы. Тут трубу выкинул туда, а потом, когда она упала, я ударил два раза ногой по животу ей. Потом снял штаны, джинсы. Да, пытался изнасиловать. Это была та самая женщина, убийство которой тогда не удалось связать с исчезновением подростков.
Тем временем отношения Кузьмина с Калистратовым начали обостряться. Калистратова перестала устраивать положение зависимого. Он почувствовал себя в силах вырваться. Уроки Кузьмина не прошли даром. К тому же Калистратов понимал, что учитель рано или поздно убьет и его. И Калистратов ушел из дома. Но еще за 2 месяца до этого Калистратов познакомил Кузьмина со своим приятелем Максимом Пономаренко. Зная, что Пономаренко интересуется наркотиками, Кузьмин пообещал ему достать марихуану. 25 сентября 1997 года Кузьмин встретился с Максимом у станции метро Орехово. Сказав, что наркотики держит дома, он уговорил подростка поехать на квартиру Калистратова. На этот раз Кузьмин обходится без предисловий. Войдя в квартиру, он запирает дверь, связывает Пономаренко и насилует. Затем берет нож, бьет мальчика сначала в грудь, потом в живот, после чего перерезает горло. Калистратова, ответственного за вынос трупов, рядом не было. Но ситуацию можно было использовать для вербовки новых учеников. Кандидатов долго искать не пришлось. Уже вечером Малинин и Васильев встретились с Кузьминым у станции метро Каширской. Как только они поднесли труп к Борисовскому пруду и бросили его в воду, Кузьмин со злорадством заявил: «Теперь и вы со мной повязаны. Отвечать вместе придется». Свой союз они скрепили, разделив вещи убитого. Кузьмин снял с трупа кроссовки, Малинин кожаный ремень, а Васильев часы. Убедившись в правильности своего выбора, Кузьмин отпустил новых учеников. Тем более, что они очень торопились. На этот вечер у них были куплены билеты в Амхат на спектакль «Гроза». Тем временем Калистратов продолжал скрываться от Кузьмина. Он все более отчетливо понимал, что тот не оставит его в покое, и рано или поздно ему придется разделить участь убитых подростков. Позже, во время следствия, Калистратов утверждал, что даже решил сыграть на опережение и стал сам готовиться к убийству своего учителя. После двух трупов я уже мог его убрать. Но, как известно, не успел. Не успел, к счастью, пополнить список своих жертв и Кузьмин, признавшийся во время следствия в 7 убийствах. На его счету были 3 женщины, мужчина и 3 подростков. 2 из которых добивал его лучший ученик Денис Калистратов, что, впрочем, не помешало ему задолго до суда вынести учителю свой собственный приговор. Я хотел бы, чтобы пожизненное заключение было. Хотел бы. Так как если вот я выйду, и он выйдет, опять, если начнется все это, ситуация опять сюда. Хотелось бы, чтобы официальный суд учел пожелания Калистратова и в отношении его самого. В противном случае ситуация будет повторяться бесконечно, так как Владимир Кузьмин свою главную задачу выполнил, создал, по крайней мере, одного себе подобного, и последним теперь он уже точно не будет.